Русский гигант – частый гость в детском приюте «Ковчег». Очередной приезд Николая Валуева стал большим праздником для ребят. Добродушный великан привез мальчишкам и девчонкам сладкие подарки, а также две боксерские груши для занятий в спортивном зале. Николай Валуев готовил вот эти мешки, которые нам сегодня подарили. Он их заказывал в Германии. Это мешки какие-то особенные, крепкие. И мы, конечно, хотим, чтобы наши дети больше занимались, чтобы они больше могли физических каких-то упражнений делать, спортом заниматься, в этом отношении развиваться. На этой встрече спортсмен с радостью ответил на все вопросы, которые задавали ему воспитанники «Ковчега». В основном ребята спрашивали про семью, а потом уже про спортивную жизнь. Кроме этого, дети подарили боксеру на память свою общую фотографию на фоне приюта. А Николай Валуев в ответ сфотографировался со всеми детьми. Я помню всегда, что я любил детей. Мне приятно этим заниматься, мне нравится это от души. Во время своего визита в приют Николай Валуев посмотрел, как здесь живут ребята. Лично прошелся по некоторым комнатам. После он присоединился к ужину, во время которого продолжил общение с детьми.